Европейский парламент является одной из самых важных институций Европейского Союза, и, безусловно, для нас это ожидаемая поддержка Европы. Это является результатом той деятельности, которую сегодня ведет Украина, вело правительство нашей страны. Я был автором постановления с обращением для всей институции Европарламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, ОБСЕ, с целью призывом защиты нашего государства, нашего коренного народа, это крымских татар, в очевидном нарушении прав человека, очевидных нарушениях прав людей, которые защищают не только себя, а защищают европейскую позицию. Эта резолюция дает возможность четко обвинять Российскую Федерацию в нарушении всех норм, даже в том числе международных норм, связанных с оккупацией. Это будет основой дальнейших жестких мер со стороны Европы за любое нарушение. Россия, безусловно, пытается вести себя таким образом, как изгой. Она не хочет слышать ни голос разума, ни голос Европейского Союза. Но я думаю, что подобные резолюции прочищает и муж.